Привет, друзья! Турция провела успешные испытания крылатой противокорабельной ракеты «Атмака» с берегового передвижного ракетного комплекса. ПКР «Атмака» разработана компанией «Рокетсан» совместно с компанией «Аселсан». Ранее ракету уже испытывали. Результат попадания ее на фото. По заявлению турецкой стороны, ракеты мало восприимчивы к воздействию большинства систем РЭП. Наземная установка комплекса имеет 4 пусковых контейнера и размещается на шасси российского КАМАЗа 8х8. Новая ракета «Атмак» дозвуковая и оснащена турбореактивным двигателем «Сафран ТР-140» и твердотопливными стартовыми ускорителями. В дальнейшем двигатели ракеты заменят на турецкий малогабаритный турбореактивный двигатель KL-3500. Боевая часть ракеты осколочно-фугасная, весом 250 кг. Ракета оснащена активной радиолокационной ГСН, а также блоком инерциально-спутникового наведения и аппаратурой двухсторонней передачи данных. Ракете в процессе полета можно задавать новые цели для поражения. Дальность поражения ракеты 250 км. Вес 750 кг. Вес боеголовки 220 кг. Длина от 4,3 до 5,2 метров. На этом на сегодня все. Друзья, спасибо за просмотр. Мы осветим все.